справился. Астану классный пик-н-ролл, Ступеда и Мотовилов здесь разыграли еще. Да, пойти на перехват, Ступеда под кольцо, Чебашек вновь с этой точки. Но Сидериусом Тордвеллом через душу на Бесла. Чебесла, кажется, готов был рваться под кольцо, но лишь мяч его. Беслач, классный разворот и блокшот от Йована Шливанчанина. Далее Шливанчанин мяч подхватывает. Поднимает голову и трехочковый бросок в раннем нападении оформляет. Давит Чебашек в угол, делает передачу. Дмитрий Куратник. Но трехочковый бросок сегодня, так сказать, немного. Малик Ньюман получает блокшот от Дмитрия Куратника. В угол. Мавров все равно нацелен на передачу. Мавров все равно больше, конечно, нацелен на то, чтобы найти кого-то из партнеров. Каско забил.